Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня буду квасить помидоры по рецепту, с которым со мной поделилась сестра моего мужа, наша кума Танечка. Так что начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Для одной 3-литровой банки я нарежу кольцами 2 луковицы. На дно 3-литровой банки выкладываю листья смородины, хрена и укроп. На зелень банки отправляю лук. Затем выкладываю помидоры, прокалывая каждый несколько раз зубочисткой. Так помидоры будут лучше кваситься. Кладу веточку петрушки и еще дальше помидоры до верха банки. Все то же самое я складываю во вторую банку. 4 таблетки аспирина я растолчу в ступке. Для маринада помидоров я добавлю воду, соль, сахар, уксус, таблетки аспирина и хорошо перемешаю рукой до растворения соли и сахара. Этот маринад рассчитан на 2-3-литровые банки. Заливаю помидоры в банках маринадом. Накрываю банки капроновыми крышками и отправляю в погреб. Помидоры уже будут готовы через 5-7 дней, а храниться они смогут аж до весны. Квашеные помидоры по этому рецепту получаются очень вкусными, кисло-сладкими, такими резкими. И очень вкусный лучок в этом маринаде. Хранятся они в прохладном месте аж до весны. Так что смело готовьте и всем приятного аппетита. А нашей куме Танечке огромное спасибо за такой прекрасный рецепт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго. И до новых встреч!